Юбилейный сезон Ульяновской филармонии продолжается апрельским марафоном концертов. Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов уже 17 апреля отправляется в базарный Сызган, где пройдет два концерта. Ведущей выступит искусствовед Лилиана Черновалова. Первый концерт должен состояться для юношеской аудитории, где мы исполним мюзикл «Бременские музыканты» и исполним также еще и «Волк и семеро козлят». Есть такая небольшая коротенькая сказочка Рыбникова. Вот, ну, мы ее, собственно, впервые будем представлять в исполнении нашего коллектива в базарном Сызгане. Солисты Владимир Самарев, Татьяна Голубко, Александр Борминцев. Оригинальный этно-джаз-концерт оркестры русских народных инструментов презентует ульяновцам 18 апреля. В этот вечер произведения для домры и балалайки с оркестром исполнят молодые солисты коллектива, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Пермякова «Домра» и Глеб Авдеев «Балалайка Прима». Направление этно представят виртуозные оркестровые обработки народных мелодий, масштабные авторские сочинения, основанные на национальных темах, интонациях и ритмах. Произведения и у Глеба Авдеева, и у меня частично есть в нашем концертном репертуаре. Мы решили просто додумать концепцию концерта, соединить такой большой этно-джаз-концерт. Вот, по крупицам собрать, что-то будет новое, что-то из старого. Оттенки джаза внесет в программу пьеса в стиле кроссовер, фуга французского композитора Клода Боллинга и концертная фантазия на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и бес» Игоря Фролова. Своеобразным мостом от этники к современному стилю станет оркестровая музыка четырех стихий Артема Белова. Сочинение новое, но уже успевшее покорить слушателя своей необычностью. Дело в том, что мы уже исполняли премьерный показ был в Ульяновске в рамках концерта, посвященный вселенной Хаяо Миядзаки. Это была такая очень тоже интересная программа. Полностью мы исполняли концерт из сочинений Дзё Хисаиси. И вот, вдохновившись творчеством этого замечательного композитора и творчеством Миядзаки, я также вот написал такую музыку четырех стихий. Оркестр почтит память выдающегося поэта-песенника Николая Добронравова. 19 апреля в ДК «Руслан». В концертной программе «Опустела без тебя земля», название которой подарила строчка из знаменитой песни Александра Пахмутовой «Нежность» на слова поэта, примут участие солисты филармонии Маргарита Долгоненкова, Юлия Корсакова и Татьяна Голубко. А 20 апреля оркестр ждут юные слушатели в Димитровграде. В НКЦ имени Славского сыграют музыкально-литературную композицию «Девочка на шаре» по книге Виктора Драгунского с музыкой Артема Белова. Ульяновские зрители увидят эту программу 21 апреля во Дворце творчества детей и молодежи. Рассказ прочитает Татьяна Леонова, артистка театра-студии «Анфан Терибль». Зрителей ждет встреча с самым настоящим фокусником, а также жонглерами и клоуном. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.